Ю-ху! Всем привет! С вами Енот! И с вами наше приключение, продолжение странствия нашего ведьмака. Я хотел сюда. Сюда. Сюда и сюда. Еще сюда можно вам взять квесты. Столько всего надо взять, столько всего. Ладно, вот эту верхнюю часть мы ее тронем потом. Здесь какой-то квест. Столько всего. Ну все, обшарим, вы не переживайте. Если мне кто еще скажет, что ведьмак к бедам простых людей равнодушен... Да не говори. А то меня тоже притесняет. А, ну! Бандиты забрали. Кого забрали? Неплохой банкет, откуда вы взяли столько мяса? А тут куча поросей носится, вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех! Нет, спасибо. Благодарю, я откажусь. Тебе же хуже. Кай, отрежь нам еще по кусочку. Нет, не позволю! Зажарили божевку, сволочи! Опять он! Мало ему! В чем дело? Боженку убили! И сжарили ее, сволочи! А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь-ка им! Нет! Не надо! На помощь! Он вам ничего не сделал, оставьте его. Мы тебя по доброте поросеночкам хотели угостить, а ты вот как? Не будет нам приблуда приказывать! Бей его! Ой! Вы серьезно? Ха! Гори! Ай-яй-яй! Чё скажешь? Гулять будешь просто? Да, щар, сбежался. Всё в порядке? Ну да, но боженка-то, божечки, изжарили ее. Ты, должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я Йонтек из... Ну, из... Ну, оттуда-во. Откуда? Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флап, и Хагель, и Бибон. А я только Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста, каждый Клауса знает. А где они, не знаю. Видно, забрали их свинские чары. Чего? Эти свиньи заколдованы? Точно, сам посмотри. Ох, ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Свинские боги. Вот так вот, да, просто путешествие можно найти квест. Вот чем хороший ведьмак, вот топорик. Порадует ли он меня? Да, чуть-чуть. Ну, на чуть-чуть и чуть-чуть. Опа. Нет, показался, думал, новый. Новый знак будет, но нет. Сейчас мы разберемся, кто тут. Свинья кто? И правда свинья. Вроде нормальная свинья, но медальон сходит с ума, и он так был прав, она заколдована. Раз ты заколдована, я могу вас воровать сколько хочу. Да, без сомнения, это магия.
Да. Вихрёк-рёк. Вот и поговорили, да? Есть к чё? Да, без сомнения, это магия. Ну, то есть, нового ты больше ничего не скажешь. Надо будет их расколдовать. Как-нибудь. Ну, сейчас найду как. Ну, если нет, ну, потом выполним квест. Нам же не обязательно прямо сейчас. Хотя, возможно, чем раньше выполнить, тем лучше. Но вы не переживайте. Как я говорил, мы выполним абсолютно полностью все возможные доступные квесты. Это точно, а все побочки, которые мы не найдем, ну не знаю, будет сложно, только если кто-то мне поможет их найти. А так, ну, только поисками. Давай, бери. И вперед. Ого. Че, все, больше здесь делать нечего. Каким-то макаром тут можно разгадать эту тайну свиньи. Но у меня сейчас немножко другой квест. Значит, следующая точка сюда, либо сюда. Ну что, я сюда вернусь, очень маленький шанс, давайте попробуем. Ну, ладно, разберемся. Понь, иди сюда. Я все равно перекачаюсь, рано, со временем. Давай, лошадь, типа, скакали. Черт. Угры какие-то тут. Накер? Да, поскакали отсюда. Чё он накер в лесу забыл? Это ж какая-то толпучка. Волки. Еще волк. Что-то расплодилось здесь всякой нечисти. Быть об этой усадьбе старушка и говорила. О, прикольно. Хава. На, дать. Чё, ты хочешь получить, да? Я б залезть не смог. Прикольно. Ну ладно, выполним этот квест пораньше. Не следа чудовищ. То ли местным почудилось, то ли их кто-то специально пугает. Так, с этим разобрались. А, разберемся сейчас. Растяжка. Чудище ловушек не ставят. Фига себе! Здесь есть. Раза. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Вот это прилетело. Я еще услышал растяжку, думаю, да где она? Нормально так. Интересно, от какой он двери? От сарая. Жесть. Растяжка очень мощная. Ох ты ж! Прыгай! Я сейчас на одних этих лов... Взрывная ловушка. Да что бы! Ты оставил свое дело, знал. Да сейчас что происходит? Их даже не видно. Так, с этим разобрались. Нормально так они мне. Это движение. Сейчас зевать не стоит. Звук откуда-то оттуда. Да-да-да. Еще разберусь. Хм. Они близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки.
тем звуком я еще разберусь. Пока я хочу тут обшарить все, что все возможное. Что выносится из сарая? Да сейчас зайду туда. Другие дома посмотрю. Так, с этим разобрались. Мне хоть какой-то опыт дается за это? Так, с этим разобрались. А то обидно будет. Бегаю, нарываюсь. Ну-ка, давай зайдем. Я! О, чудеса зеликанские. По-моему, читал, да? Да, читал. Неужели здесь так магнитном? Книг мало. Наберите серый собачье ухо. По-моему, тоже было. Блин, а? Хотя уже не помню, столько читал. А сейчас потом заново поймаем и опять прочитаем. Какой носатый Геральт. Прям Микола. Ладно, не будем издеваться. А то люди сейчас пошли ранимые, что-то над кем поиздеваешься сразу, но это и так далее. Ты будешь бежать, нет? Почему ты можешь бежать в сторону дома? Лентяй. Опа. Коровка. Ну ладно, кто бы ты ни был, я иду к тебе. Призраки прошлого. Растяжка. Вот и все дела. Да, дело. Растяжка. Вот и все дела. Бомба. На паре бомба. Чердак. Как бы туда подняться? Действительно, как бы лестницу увидел и сразу как бы туда подняться? Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? А ты попробуй. Посмотрим, что там наверху. Реакция тебя подводит. Мои ловушки не слишком тебе навредили? Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня-то можно не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Кому ты перешел дорогу на этот раз? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муина я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Может, эти внизу нашли тебя сами? Я скорее съем свой сапог, чем в это поверю.
Надо от них избавиться. Ты идешь? Конечно. Веди. Любой опыт. У нас есть план? Будем импровизировать. Нормально, как обычно. По зенкам его, сука, на сына. Тебя спустим. Я. Опа. Не. Да, давай, Лето, пили. Давай, Лето, я тут уже троих положил. Ох ты ж. Как мне прилетает-то? Опа. Давай, заливай. У меня фрагов больше. Ну, нормально так. Идиоты. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он им все и рассказал. Логично. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Черт, стой! Так где? Надо полагать, Людвиг этот не лучший твой друг. Держись поближе! Сейчас пытаюсь. Знаешь, как бывает в нашей профессии? Вечером пьешь вместе вино, а утром проверяешь, не обокрали ли. Как ты с ним познакомился? Это было еще... Секунду. Я много чего набрал. Нет. Того, как король Фольтест оставил этот мир. По Эдирне за Людвига назначили награду. Деньги были солидные, с обычными заказами тогда было туго, так что я решил достать этого ублюдка и немного приподняться. Выследить его было проще, чем убить утопца. Он кутил в золотом висельнике, в самом центре Хагги. Я поймал его, связал, но пост стражи заступал только на рассвете, так что у нас было еще несколько часов. Мы начали болтать, чтобы убить время. И так разговорились, что утром я его отпустил. Держись поближе! Где это я? О, сокровище, надо будет вернуться сюда. Поэтому ты ему и поверил. Думал, он хочет тебя отблагодарить. Я был глуп, а за глупость надо платить. Только за предательство надо платить дороже. Логично. Ну где у тебя там же? Мне еще тут пройти всех надо, буду заново всех убивать. Фига себе, меня буксует. Этот громадный со шрамом на лбу. Еще один седой. Людвиг будет недоволен. Привет. Лето, здравствуй. Рад видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же? Мы в конце концов старые товарищи. А этот вот кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Еще один ведьмак? Что же у вас тут? Заказа много в этих местах. Садитесь. Может, выпейте чего-нибудь?
Я не пью с предателями и продажными шкурами. Эй, думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и 5 минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Это внимание, господа! Это ведьмаки! Опа. Ведьмаки не нападают на людей! Для вас мы сделаем исключение. Мы убиваем чудовищ. Что, неприятно, да? Сдохни! Я тебя потушу! Ай-яй! Как со спины прилетел, да? Опа! Хорошего понемножку. Че, все? Лежи спокойно, не то истечешь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Они к северу отсюда. В Залипье. Вот интересно, сколько стоит жизнь старого товарища? Последнее время у нас скверно шли дела. И мы попались под руку черным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам понимаешь, таким как он не отказывают. Понимаю. Эй! А мое лекарство? Видишь ли, Людвиг, таких, как я, не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. Что, нельзя убить? Стой, еще дальше я. Каратишь-то. Поехали! Блин, все наперекозяк пошло вообще. Не те квесты, которые я хотел. Арно Вестер, нильфгаардское имя. Родом он, кажется, из Метины. Но убивал повсюду, от дальнего юга до драконьих гор. Я о нем не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппа Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал их. Смотри оба. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. И куда подожди дальше? Красивые кони. Они, должно быть, стоят больше, чем вся эта деревня. Возможно. Пацан. Что в этом сарае? Сено. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши.
что бы ни случилось, не вмешиваться. Хорошо. Фига себе. Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать! Лето. Лето из Гулеты. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. Я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем! Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем, но одно неверное движение и... И что? Кончишь, как он. Ну, что скажешь? Он просил не вмешиваться, но я не знаю, что будет, если мы откажемся. Ладно. Идите своей дорогой, а я пойду своей. Мудрый выбор. Голову его берите и поехали. Пора сваливать из этой дыры. Ничего вы не будете брать. Хотите доказательств? Возьмите медальон. Нам нужна голова. Ты один, а нас трое. И чё? Только пока я сюда добежал, Лето с болтом в груди завалил шестерых. Как думаешь, сколько у меня на вас уйдет времени? Бен, бери медальон. Пока бошку довезем, она сгниет еще. Ага. По коням! Двинулись! Действительно. Ух, все-таки можно, оказывается. Замгрибарский яд. Что-то не так. Ждем. Очухался. Ты еще тут? Если б не я, тебе отрезали бы голову. Ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Действительно. Ты как? Ты, конечно, в сознании, но зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть? В сидельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Локмуинна. Их было много.
Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил арбалетчика. Остальное ты знаешь. А что, Людвиг, он тоже был частью плана? Нет, это неожиданное осложнение. Его предательство дало мне пищу для размышлений. Но я должен был рискнуть. Ну, мой план себя оправдал. Весть о том, что Лето из Гулеты теперь хладный труп, моментально разнесется повсюду. А мне остается исчезнуть. Ты мог бы переждать в Каэр Морхене. С твоими друзьями из Школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Вот и ладненько. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания. Ну, нормально. А вот если бы мы его убили, этого бы квеста не было. Что еще за квест? Выполнено? Ну ладно. Так. Мы пришли, походу, сюда, но сюда мы еще вернемся. Мне теперь надо вернуться сюда. Блин. Ну, хоть чуть-чуть квест выполнили. Уже хорошо. Потому что надо все равно продвигаться. Мы четвертый уровень. Скоро будем пятый. Понимаете, что это для нас значит? Мы станем сильнее. Наш ведьмак... Это сейчас что было? Жмур какой-то стоял. Наш ведьмак станет непобедимым. Платва тоже. Сейчас, правда, мы только голову Грифона таскаем туда-сюда. Да ладно. Я думаю, ему не обидно. Давай, сколько там? 160 метров. Ужас. Давай. Дрифтуй, лошадь. Идти он не хочет, а? Здесь я в прошлый раз видел монстра. Вот он стоит. Кто ты? Каннибал? Привет. Кого ты жрёшь тут? Уху, вот это он тут устроил. Ну, мне проказы, но мы это читали. Вареньки. Так. И все. То есть ради двух вареников я убил человека. В целом мы убили плохого человека, так что. Все равно мы добрые. Так, по пути нас ждет еще. А до сюда так не доскакал. Ладно, сюда, сюда и сюда. Накер опять небось. Не получается бить мне при себе. Не отпускай его! Анна! Ах ты ж гад! Ай! Я не просто колдую. Опа! Фига себе! Да, живее умрите!
Наградите мне время борьбы. Опа. Ты самый наглый, да? Он не только наглым, еще и бессмертный. Что у вас? Да я ж, блин, что за фигня? Я ж бил. Бьешь, 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 им всем наплевать. Давай. Я, может, хотя бы не доехать до твоего места, но хотя бы эти два района еще зачистить должен. Их, в принципе, убить-то можно. Немножко просто, как вам сказать, расслабился я. Да и не сработало, потому что я жалку, вместо того, чтобы как пульнуть стоял, смотрел, чувак его бьет. Кстати, да, после этой игры будут кенши. Черт, отсюда бежать, да? Пробую на ходу жахнуть. На-на! Ха. Когда же эта дождь-то кончится? Вами боги. Но она красиво. Тухни. А, вот это быстрая победа. Я же говорю, справлюсь. Блин. Тактика от бога просто. Че еще у вас тут есть? Вы же бандиты. Сапфир, арбалет, ничего себе. Я уже и перегружен даже, офигеть. 33. Арбалеты все взять не могу. Понь, ты где? Иди сюда. Не, как там? Позвать лошадь, прыгнуть. А как на лошадь перекинуть? Как-то же можно было вот эти вещи. Снаряжение. Бросить статистика. А, я там еду таскаю? Нет, вот в платвень же могу кинуть. Ладно. Тут сортировка. По весу. Бросить. Ну, поехали. Тут еще одно место есть. Блин, как-то же, по-моему, можно было в сумку платы выкинуть. Вот плотва. А чё сюда ложить-то? Душе не чаю. Ладно, разберёмся. Но! Ах, как гнусный же ты! Чё-то сокровище под охраной, да? Давай, Эва! О, чёрт, это ж гули! Тут одной... Ты это не отделаешься. Блин, тут бесконечные дожди эти. Опа.
каким-то Макара попал внутрь дома. Платвейн, держись! Это все лишь гули. Гули-гули. Га-га-га. Давай. Че ты провисать стал? Неужели опять программа ждет обновление? Нормально. Глифы, глифы, глифы. Меня даже ни разу не ударили. Идет сокровище снизу? Снизу чего? Вход в пещеру? Нет. Где мои сокровища? Ты, игра. Меч какой-то взял. Стальной меч слабее. Так где сокровище-то? Давай, иди сюда, на! А, вот, нашел. Благодарю тебя. На, на. Раз, два, три. Нать, 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 нать. Лечится еще. И че, блин, такие умирали. Так, и там я как раз видел вход. Сундук, смятая записка. Пришли солдаты. Наши или чужие, не знаю. Уже не важно. Я услышал, как они едут на по большаку. И большаку. В подвал они, может, и не заглянут. Всю ночь они убивали и насиловали, я слышал. Не знаю, удалось ли еще кому спрятаться. Может и никому. Я, когда на минутку приоткрыл дверь, видел, как они вытащили Антося. Тот спрятался в поле. В стогу сена, под которым я закопал свои вещи. Его забили цепом. Потом услышали, что я внутри. Я им не открыл. Думал, меня сожгут живьем. Как тех, что спрятались в амбаре. Но они только захлопнули дверь, чтоб тебе подольше подыхать. Пожелали. Потом сели на коней, теперь все тихо. Слышен только мух, которые слетелись на труп. Я пробовал выбить дверь. Подкопать не выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы грабить тела. Уж не знаю, чего там брать. Должно быть рубахи и портянки. Я звал на помощь, не ответили. За ними, наверное, придут только гули. У огня да в полымя. Где-то тут рядом есть ток сена, я так понимаю, да? Слиток. Яд повешенного и так далее. А где здесь ток сена? А, ну это оружие скинул. Не этот сток сена, да? Ну. Жареный мед. Что может быть лучше? Ну, походу, надо будет еще искать это поле. Ну, мы еще найдем. Не сейчас, так потом.
Пока у нас конкретный квест, и мы будем бежать в его направлении. То есть следующая наша точка уже будет все-таки вот эта деревня. Конечно, не хотел это защищать, но раз так случилось, судьба, пойдем сюда, отсюда, сюда. Вот так вот мы играем в Гвинт, даже не дойдя до Гвинта, классно, да? Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.